Всем привет! Сегодня у нас 5 марта, пятница, ну, у меня выходной, я решил немножко съездить в лес, прокатиться на Соболе, пару снегопадов у нас прошло, то есть добавилось снежку, стравил колеса до 0, передок 0,6, зад, по-моему, 0,5, что-то такое. Так, сразу по резине вопросы задают, какая резина. Резина Comforcer CF3000, размерность 265-75-16. И вот я поеду, значит, туда. То есть здесь какие-то квадрики, видимо, катаются, направление, дорожка там есть. То есть летом я там и с собакой гулял, и тоже на квадрике катался. То есть сейчас прокачусь по лесу. Так что смотрите, как едет Соболь на автомате по снегу через лес. Приятного просмотра. Так, сейчас дорожечка у нас прямо. Я помню, что здесь были пеньки, вот я их подкопал. Еще давление низкое. И любое неосторожное движение может привести к разборту. Поэтому пенечки эти лучше заранее обозначить и объехать. Еду пока без блокировок, межосевая и понижайка. То есть 1000-1200 оборотов машинка спокойно едет.
Так, но глубину снега я замерять не буду. В принципе, вот можете сами видеть. Сейчас надо отсюда выехать. Но что-то тут везде деревья. Соболь метелит. Вот стоит. От земли до брюха, где дверь движная, 500 миллиметров, 50 сантиметров, полметра. Высота колеса 80 с копеечкой сантиметров. Ну вот примерно прикидывайте, сколько здесь. 60 сантимов точно есть. И это я еду по целине, без всяких дорог. Сейчас вот мне надо куда-то на свои выехать следы. И, наверное, заканчивать покатушку. Температура на коробке 86 градусов. Кулеры включены. Никаких проблем нет. Вот сейчас я ехал на всех блокировках. Ну, чтобы не нагружать машину. Все блокировки, понижайка. Вторая машина едет. Так, Соболь, значит, в очередной раз показал свою мощь. Ну, конечно, за счет клиренса, за счет блокировок, травленных колес. В принципе, Соболек вот по лесу даже без дорог спокойно едет. Температура коробки 73 градуса. Выход доходило до 86. Вот у меня включен вентилятор заранее. Все кулеры выключаю. Сейчас они мне не нужны. Камера, в принципе, тоже уже не пригодится. Блокировки с компрессором, все это помогло. Автомат прекрасно работает. Запотела немножко камера. Я набегался просто по снегу. Спотел, видимо, испарение идет, влага. Вот. Так что, не знаю, пишите в комментариях, проходимый Соболь или Нива и УАЗик лучше, но... Лично я считаю, что вот тут вот Нива бы вообще просто сидела на пузе. Либо это газ в пол, убивание сцепления и все прочее. То есть я максимум раскручивал мотор до 2000 оборотов. Насчет УАЗика, ну у него клиренс в принципе неплохой. То есть да, если поставить тоже 32 колеса, я думаю, он здесь поедет. Вот. То есть также травленный на блокировочках. Ради интереса можно попробовать сюда сейчас еще приехать на Audi Q7 Quattro. По следам, по Соболевским попробовать прокатиться. Оборвал нижнюю защиту. Ну, что делать. Всем спасибо за просмотр. Ожидайте новые видео. Всем удачи и пока.